Важного и высшего пилотажа. А мы видим, как тройка истребителей из пилотажной группы «Сокол» и «Россия» дожидается своего ведущего. А там на горизонте появляется почта. На горизонте мы стали умирать друг за другом. И лениво, как бы кажется, отсюда перемещается по небу Смоленска Северного. Наблюдая за вами, дорогие друзья, за этим красивейшим пятнышком, цветным пятнышком с высоты 2000 метров. Александр Иванович выполняет снижение скорости ревителя до 0 км в час, и в небе выполняется колокол! Тяжелый истребитель весом 30 тонн зависает в небе Смоленска. Вот колокол, управляемый сход колокол, элемент высшего пилотажа продемонстрировал сейчас полковник Гольцев. И буквально в такой же симметричной плоскости будет продемонстрировать снова элемент колокол. Снижение 20-200 метров, разгон. Плоскость с изменением траектории полета на 360 градусов. Снижение до высоты 200 метров нижней точки. Разгон до скорости 600 км в час.